Сейчас занято около половины мест в центрах размещения беженцев. Всего, по данным властей, в стране насчитывают более 9200 мест в учреждениях, уполномоченных Нацагентством соцпомощи. Министерство труда и социальной защиты утверждает, что в настоящее время в 102 пунктах временного размещения страны находится 4270 беженцев, что составляет 46% от вместимости всех подобных учреждений. Большинство из них, 49, находятся в ведении районных властей, 19 открыты в учебных заведениях, 16 в управлениях столичной мэрии и 10 в ведении неправительственных организаций. С начала войны в Молдову прибыло 147 партий гуманитарной помощи на сумму 103 миллиона леев. Общий вес помощи составляет около 1100 тонн. Большую часть из нее, а именно 331 тонну, предоставила Германия. На втором месте с объемом 143 тонны находится Румыния, за ней следует Италия. Крупные партии гуманитарной помощи прибыли также из Швейцарии и Франции, а вчера из диаспоры поступило 9 партий весом в 21 тонну.